Добрый день, дорогие друзья. Пошла я на биатлон погулять уже вечер, как всегда. И хотела показать, тут красота у нас. Домики такие для спортсменов стоят. Тут очень красиво. Красивая скульптура. Как будто на лодке едут. Так мне кажется. Двое. Такой вымощена дорожка. Красивая. Можжевельники. Растут травка. Чистенько, аккуратненько. Тут много домиков. Вот они под номерами идут. Балкончики. Птички поют. Красота. Там домики дальше. Сейчас тут, по-моему, спортсмены проживают, которые приезжают тренироваться. Приезжие. Хочу тут как-то выйти в лес и показать вам. Вот обошла тут с другой стороны. Там забор, конечно, будет, но пройти, я думаю, можно где-то. Как кораблик сделан. Цветы еще растут. Тут я не пройду, но посмотрю, вдруг тут грибы есть где-то. Все надеюсь найти, как сказали, что якобы есть грибы где-то, но я не видела. Вон, но я все равно пройду в лес. У нас вот трассы для этого и делали. По всему лесу на биатлоне трассы такие. А здесь я вышла. Это фуникулер. Он еще не работает. Это вот он идет туда. Там горнолыжная трасса спускается. Я уже как-то снимала видео. Могу ссылку оставить. Потом надо съездить еще зимой. Все спортивно тут. Красиво. Вот там я и пройду сейчас. Трава по пояс. А там проход какой-то. А вот проход. Я так и думала там пройти. Поброжу, друзья. Вдруг и найду что-то. Какие-то грибы. А нет, так все равно дышу воздухом свежим. Конечно, тут из-за снега затруднительно ходить будет, но можно будет пройти. Так, собака где-то гавкает. Да, в доме, в как тут дома дальше там. Вот так огорожено. Пойду. Ой, сколько много спортсменов едет. Так, а я по краю, чтобы не мешать. Все проехали и фонари зажгли, значит, вечером тут светло будет. Перейду пока. Тут я маслят там собирала. Осенью. Так, я, по-моему, даже вижу маслят, мне кажется. Так, спуститься аккуратно. Вот так. Вот и смотрите, что, друзья. Но это не маслята, по-моему. Это не маслята. Вот я сошла со снега. Это похоже на дождевики, наверное. Что у них дырочки у всех сверху. Так, посмотрим, что это такое. Тут глыба, а тут... Да, это дождевики уже все в пыли. Ну, вот такой лес. Тут склон.
Я не в этот собиралась, не знаю, там собаки гавкают, идти туда или не идти мне. Что как-то не очень. Пойду я, наверное, туда, вперед. Грибы сейчас это как подснежники искать. На улице днем плюс 5, вечером холоднее. Маловероятно, что тут что-то есть. Хотя, вон что-то вижу. Гриб это не гриб. Но спущусь аккуратненько тут. Просто для интереса. Это гриб. Ну какой? Так, тут видите, очень тяжело вниз спускаться. Ну вот, приближаюсь к грибам. Один растрескался. Этот, что это? Думаете, не знаю. Я такие не знаю. Вот такие. Думала, масленок. Туда вниз, и там вот трассы дальше опять. Неудобно ходить. Я-то шла в березово-осиновый лес, но туда не пошла. Сейчас я вернусь. Там тоже деревья есть. Куда я вернусь? Лиственные. Сейчас 16:50. А у нас уже в 6 все, наверное, потемнеет, если не раньше. Вот. Чага или трутовик. Вот мне надо отсюда выбираться и перейти на ту сторону. Там вот может посмотреть немножко. Здесь скользко, тут снег. Сейчас проедут все, и я перейду. Не стала переходить, я лучше вот тут поднимусь и пойду по мостику, никому мешать не буду. Так вот, вот внизу сколько поваленных деревьев, но вот это вот большое, это труба проходит под мостом, наверное, воды стекают весной. Вот осины. Тут есть. Дошла до краешка мостика. Тут высоко. И сейчас на снег придется поступать. Вот так. Камни красивые. Наверное, отсыпали тут. Набросаны. Вертолет летит. Там красота впереди. Черничники облетели уже. Все. Едем на биатлон. Здесь покажу. Так, так. Красота. Зелено. Вот. Можно проследить, где там снег и насыпан. Тут вот трибуны у нас, стрельбище. Вот такой комплекс большой биатлонный.
А вон горнолыжный там, не горнолыжный, вот фуникулёр там, станция, которую я показывала, и дальше идет. Вот тут еще лыжная как бы трасса, только ее не засыпали снегом. Тут уже когда на финиш идут. Все в лесу. Красота. Ну вот сейчас сколько градусов там написано? 2 что ли градуса написано? Не вижу. Ну-ка. В общем, не могу понять. Это лестница. Да, 2 градуса пишет сейчас. Я и думаю, руки мерзнут у меня. Нашла шиповник. Сейчас буду его обрывать. Так, так, так. Собираем. Прогулялась и ничего, кроме шиповника, я не нашла, друзья. Всех благодарю за просмотр.